150 универ стоит. Да ладно. Ну, такая дешевая. Пойду куплю. Не можешь. Давайте собирать донат гол на стриме на Аниве. Донатьте на Аниве, блядь. Не могу, блядь, купить. Пойду куплю. Не можешь. Давайте собирать донат гол на стриме на Аниве. Донат гол, это значит, донатьте на Аниве, будут 20 игр, да, в плане доплате. Как за 20 игр на Аниве доплате, непонятно. Да не видно. Ой-ой-ой-ой, сейчас бы я поехал Талоном играть в талантах. Юрик. Хочу забанить. Сейчас Кейтлин. А я один раз играл с новым Юриком, а у нас в команде было много сильнее. Ебать, кайф. Кайф, да, Вина? Да. Парень чего-то не знает. Сейчас будет эхо люто. Но он же не видит, что ты выбрал. Это только тебе видно, что ты выбрал. Да он просто по этой жизни вообще ничего не знает, если берет войну. Ебать, не расстраивай против меня. Нет, сюда. Ебать, чувак, аря. 14. Из 18 или 16? Да, из 18. Заебись просто, хорошая ДК. 48-76. Но это, блядь, не 43 хотя. А кто там на 43? А у кого 43? У кого-то, по-моему, был инрейд. Сейчас. Я Кали возьму. Вон, инрейд, он на саппорте 37-90. Я про дискорд. Нихуя. Ну, потому что мы в другом сервере. Да, у Адира на миду 41.3, у Кледа в джангле 42.52, у Райза 44.01 на топе. А, ну вот, сейчас увидим. А я не могу на это кидать инвайты, я тут никто. Никто не звонит. Не, мы не приглашаем рандомных пацанов. Если ты с нами не играешь, то мы тебя не приглашаем. Если ты с нами не играешь, мы тебя не приглашаем. Как же без моего четкого руководства и наставления. Типа коуч-тренером тут будет? Да, коуч, сейчас буду палить 3 минуты назад в Адыге стоять. Не-не-не-не, спасибо. Помнишь, Антон, как Серега нам мотивационную музыку, блядь, ставил? Да, нет, это я ставил. Вы играли, я зашел, я поставил. Я поставил, вы играли. Все, я зашел, типа, про тренера начали пиздеть, я через МБОТа, да, подрубил. Серега тоже, по-моему, это убал, не знаю. Да, Серега, блядь, погиб. Пиздец, вообще Warcraft. Да. Обещали стрим по Warcraft, как они будут там играть, но что-то нихуя. Ян, Антон вчера просто лотерейный билет ему оставалось такой купить, но было поздно. Ничего случилось. Ну, я тебе написал, что я из платины 4 в платину 2, типа, хром дали на Весте. Короче, на Весте выиграл 4 игры. На Рашке мы играли, все игры, которые мы играли на Рашке, все игры я выиграл. Еще одну игру я за Ксенатом сыграл, мне за это дали сундук. Потом за последней игре третий осколок ключа, ключ собрал, открыл сундук, в сундуке скин на Малфита. Просто, блядь, у меня до сих пор хорошее настроение, знаешь. Ну я, кстати, вчера тоже мы 3 игры сыграли, ну типа. Это, мне кажется, сейчас будет посол такой. Ну да, может быть. Да почему? Я тут посол, блядь, я тебе классно. Не в моё дежурство пососа. Not on my watch. Почти промо в Сильвертаи, ебать, вы чё, он здесь сидит. Это серьёзная заява. Да. Почти промо. Ой, ой! Я успел.
Да, я на суппорта взял Итима, я же... Бля... А я же влез без смайта, ёбаный в рот! Ёбаный в рот этого казино! Нахуй смайт нужен вообще? Блин, ну ты уебан, сука, мальчик каменный, блядь! Я не могу даже, блядь, мачете, вот эту хуйню без смайта я не могу взять. Ладно, без лесника играю. Ебать, ребята, как я буду лесничать-то? Платина 2, блядь, пришёл. Давайте я ливну ремейк как-нибудь, можете сделать, если я ливну? Ну, кстати, если ты ливнёшь, мы, наверное, успеем. Я уже покупал, по-моему, Итима и откатывал. Нет, пошли на топ, сопротивь. Блядь, пиздец, ребята, ну как мы будем играть теперь? Да иди сопротить мне, не заёбывай. А кто, блядь, лесничит? А, тебе спортить на топ? Давай, пошли на топ. Да, да, куда? О, кайф. Просто 10 из 10 стратегий. Блядь, охуенно играю. Стелс, привет. Ну, ну, начало, конечно, начало. Там на стриме не загнобили, что ты урод, ёбаный? Там еще нету никого на стриме. Только Стелс пришел. Я надеюсь, он не видел этого позора. А, это типа изначальная стратегия такая была, да, даблтоп против Райза. Да, да, сейчас здесь будет жесткая калькуляция, вы увидите потом. А, бля, там порешат. Райз, наверное, вахуе просто. Райз, блядь, сука, как еще двое человек. 2012 год, что ли, блядь, ребята? Сейчас бы 2016 вдвоём на торте стоять. Да. А потом, блядь, говорят, что у Райза винрейт 43%. Конечно, блядь, на топе против двоих стоят. Че там у Райза, кстати? Райз там гол 2. Блядь, кто-то выключите стоим. Что за пиздец? По старой школе играю. А, это я выключу стрим, все нормально, ебаный. Да, ты меня слышишь? Себя слышишь? Стримы. Ой, блядь, ой, ой, какой харас! Ой! Ян, по-моему, меня уничтожили. Кто лесник, блядь, лесит лесник, уебок. Ну зато не приебешься, что танков нет. Что, тут лесника нет? Лисей, поверить. Блять. Ладно. Нам лисей заходит, наверное. Да. О, блять, да ну пизда! Ну ты еще на это, я ж на тебя щит кидал, нахрен это остановился. Ебать, че такое, блять? Че-то у нас обоих разъебет, короче. Скажи. Ну, ты вот здесь, когда выходил с коса, остановился и начал ебошить крыша. Когда к тебе лисина прилетела. Как я уйду от лисина, ты расскажи. Ну он в тебя уже притянулся, я на тебя кидал щит, мне кажется, ты мог уйти. Ну, не знаю. Но мне кажется, ты мог уйти. Личный момент. Блять, я проиграю лайм ебаной войне. Я не хочу. Я, блять, всех сейчас на этом боте разъебу. Это ты потом. Если ты вот так будешь думать, то ты тилтанешь охуеть как. Когда проиграешь. Который фармит два леса, и у него. Я сейчас просто этот вот. Когда начинается такое, сейчас я всех разъебу, обычно начинают делать ошибки, что хочется. А как же сразу всех разъебу, вообще такого не бывает? Не, ну такое типа, блядь, да я сейчас там, блядь, всех выйду. Блядь, ебаный, да и ты чё не, блядь, иди. А, нет. Типа, как-то раньше не нужно стой поднять. Никак не получится. Бля, выходи, ебать, ты фулл мана, охуеть. Да, но я не могу ему давать ничего.
Не, я понимаю, просто даю... блядь, что-то я. Блять. Надо фул мана руны, короче, купить. Лучше кризиста без всего просто, блядь. Чем... Нет, мои руки. Овальный кино. Ты не убийца, Карим. Все не надо. Не вижу это. Ебать. Ебать. Пинг. Что не подходит, ну, за кушки, пиздос. Лисин идет. Готовься, ага, его пиздить. Блять. Как же, блять, он прыгает. Он на телепорте прыгает, наверное. Это не Тари. Она шестого ушла туда. Ее сбил! Она дети ходили наверх. Ебать, ты гибел. Такой сбил? Сдох. Ну, так. Не-не-не, не буду его бить. Да я так. Конечно, да, нормально. Надо бэкнуть. Бля, ты что, охуел? Что-то лещин дикий пиздец. Я, короче, дракона завалил, а то там огненный, и у нас нет 61 раз. И хуй знает, как вообще все это здесь на 10. Делайте минус 5, забирайте, там жертвы, изи. Это Питерс. Может, ты монетку купишь, блядь? Нахуй ты купил сайдстоун? Сука, чё ты купил, блядь? Монетку купил. Ты сайдстоун купил у нас? Такой еще воротку? Нет, нет, не купил. А, потом, блядь. Я потом куплю. Хорошо. Будет дохуище вардов, да. Ну ладно. Но все равно хп-то чё-то, чё-чё нет. Или не будем. Будем, блядь, вижены, сука, брать. Два не, саппорта, забей, блядь, не новая метрика. Два саппорта. И Сидор на красный на наш пошёл. Приглочек. Нет, хуя. Да не, он к себе, блядь, пошёл. По крайней мере, на вид поглядел это. И нету, кстати, этого. Лисин вон у нас в лесу, вон на карту наш. Да, да. Ну не успеешь там ничего сделать. Он просто уйдет. Ну попробуем. Шестой левел. Как я глянь. А поп на двое. Ой, блин, а что ж ты разум? А, ну. Там Аряк вам еще идет. Я бегу. Как же она его убила, но. Хуяк, блядь. Я. Ой, блядь, что я делаю? Ё, я вообще еще не нашел. Да сейчас убьют шарика. Маны нету у них, да, но оно шло в нуле. Я, короче, сбиваю 3 стака, а с вышки ухожу. Бля, мне вообще 6-й еще. Я... Нахуй. Да, вот я тоже думаю, что 6-й был бы, мы бы там разъебали их, но нету 6-й. Be careful, блядь. Просто найс. Вообще ты можешь забирать лес еще. Да, кстати. Ну мне. У тебя шорты есть. Вот как я? Ну можешь, тебе не обязательно в смысле его забирать, но ты можешь. Вот сможешь на фиг пройти на мид, например. Чай, короче, тогда наши наши. Ты покажешь не вообще в джангл уйти. Ну это как. А мид, когда что там арена будет. Мальфик идет на мид. Ну так я сильно прихожу. Ебать, ты ее ебешь. Пиздец, японцы где лицо. Я знаю, это очень высокоинтеллектуально звучало. Тут чай, сейчас соломишь какой-то. Можно сейчас будет разъебать его, я сейчас лечу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, я война, я даже щитов не пробиваю. Сейчас у меня сюда вообще прыгнул. Куда? Куда я бежал? Теперь у меня ты сейчас ударил, то... Меня чарм попалит. Да, но он потом как бы закончился, и ты дальше... Ты на неё прыгнул! Потому что... Не знаешь, что было. У меня было 10 хп. Если я долетел, то я убил бы. Там еще... пушка в крипа, ей побежал нахуй. Ох, лисин побежал. Блядь. Ой, блядь, сорян. Блядь, нормально. О, да. Ой, да, он был ниже. А я тоже очень хорошая, кстати. На топор. Найс. Прям на кончике пальцев. На кончике топора.
хочет ганкать, наверное, ждет, пока придет. Там, там, блядь, да, он осторожно, там видишь сразу. Да, 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 они отпиздят. Просто ульты нету еще. На мид пошел. Я лоша не поел. Возможно. Лоша не поел? Да. А что ты поел? Ну, в KFC мы зашли. А? В KFC мы зашли. Что говоришь, лоша не? Ну, а где это еще? Капитолия. Ой-ой-ой, вот это раз. KFC опять охуенно вопрос сделали. Нет, мне надо съебывать. Да, забей, больно стал пить. Ян, пробовал в KFC бутерброд из куска курицы с куском курицы? Да, а между ними овощи с соусом. Блядь, Лисин, иди нахуй. Пидоры, блять, охуели совсем, блять. Была пульта, ты поед нахуй. Да я в крипах, блять, застрял, не смог пойти за ней. Пидор, если я пришел на газ, сдох. Нет, просто я сдох. Тру мидлейнер. Блять. Блять, я сейчас сдохну. А, у тебя до сих пор не открутился гормон, он тоже быстро. Блять, я слушаю, что я не могу. Опасно. Ладно, сейчас мы, кстати, на Лисина можем. Лисин можно. Я Лисина убил, он на базе, с базы идет. Но может уже идти куда-нибудь. Тариан пришлось. Да не-не-не. Не знаю, застилить. Блять, убило все-таки. Криту. Да, крит вылетел. О, Ари! Ари пришла! Я быкнусь. Я сказал, что она ушла. Ты меня не слышно? Ну. Пиздец. Дауны на боте въезжают, блять. Из-за того, что им помогают. Никуда они пока не въезжают. Там 1-2-2 война и 0-2-4 тоже. Да, она еще и не фармит. У нее 68 крипов на 83. Ну, короче, хороший АДК, хороший. Пусть все берут. Кому он нужен лес, блядь? Сильно пойти духов захоронить. Чё будет? Балансы? Оп. Топера нет, Лисин на топе. Да. Так вот это не чистите, пусть так и будет, блядь. А то он будет забирать наш красный велик. Хотя мы не сможем увидеть это. Зимно линии там плитушка решит. Мне надо Бэтмен себе закупиться. Ну тут пинг, по-моему, не а и нет. Ой, бля. Ари нет, все выжили. Синяков отдал лоу. Ебать. Все, вот. Есть, я нету ничего. Я все уже выдал. Он откатился, что ли, тебя так поздно? Да. Блядь. Я на твоего шанса просто ходил и не закупался. Закупался. А что у тебя там только хлеб лежит? В смысле, хлеб, сок и вода. Теперь-то, блять, у войны 2-3. Постишься, что ли? Ты что, мне завтра домой уезжать? Так я тоже не понял, что за ваш шанс сейчас ходил. За хлебом. За хлебом. Да, пинг. Я на самом деле пинг просто поздно поставил. Да, нет, все. Блять, вот это я тебя подставил, конечно. Слышь, может нахуй пойдешь отсюда кидам, блядь. Да, я сейчас приду на то. Ну там аккуратно. Возможно, она да, видно, там. Что там без вода. Да, блядь, нормально. Ну, что у меня лагает и периодически. А шо? Здравствуйте, война. Бать, что за лаг был? Я нахуй не видел, даже как подохло. Это опять такая. Это видно не лаг. Это лаг был. Я телепортнулся, она сдохла. Это Акали. Я даже не прыгал, анимации прыжка даже не было. Два. Блять, Димас. Я поставлю. Блять, пиздец вообще.
А, нет, он здесь. Моя Тоби сама уже решила убивать. Без моей помощи. И Лисин. Лисин на топе висит. Влети уже, Лисин, попади. Да, сложно попадать. Вот этот парень попадает. О, вард под башней. Вот какого хуя эти грибы, блядь, на меня пошли, а? Да, охренеть, осторожно. Ебать, все зависит. Лисин ушел. Я к дракону, осторожно. Хорошо, сейчас с вами на файл. Да, я вижу. Лисин где-то. Здесь, наверное, у них лисин через тот куст, по идее, должен всегда ходить. Они там все сносят будут. Но это еще не скоро, лисин идет. Если что, экзост еще 17 секунд. Угу. Не-не-не-не, отходи, отходи. Нормально. Нормально. Убили его, да. Того, да. Да, этого мы не убьем. Ари-а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 ри-
А можно Акали тоже будет ходить за ней немного? Акали тоже с базы возвращается. Ебать, что-то нелегально. Акали вот тут стоит. Они нам не дают фармить, и у Райза фарма меньше, чем у тебя. Ну ты чё, охуел? Он тебе башенку пилит. Надо поесть. У нас бот ушел. А, не, он не спилит. Вон, нет, она вон там бродит, видишь, твой пинг снизу. Заебало, не трогай мой пинг. А, она с лисину. Лисину, он на нашей стороне, осторожно. Так, да, здорово. Не, у мамы не... Ну, пошёл на лоб. Лисина. Не, у меня нет, ульты. Ага. Да, просто. Чё, не будем драться? У меня на сайт-стол не заряда вообще нет. Еще бы 20 секунд как-нибудь его здесь ну, оставить. Они, я получу сдохну. Нет, у меня же бэкпо. Три каста. Даже игнать не потрачу. Ари, да. Ари нету до сих пор. Нормально? Вот иду. Да. Осторожно, Райс может пролететь к вам. Да. Помогите, я война, я сосу. Ой, блядь. Забей, я умер. Ну, Тырша ко мне ты, конечно, тоже топово кинул. Да, согласен. Бля, что-то слышу, помогите, я война, я сосу, а он... Ну, зато он на тебя экзос просто отстал. Батю синий баф собирает, пошли, блядь, мы не дадим. А, там. Может кто-нибудь прийти? Он уже забрал. Трое. Блядь. Да-да. Спасибо. Ты вообще так-то убить? Ах, не застилил. Ай, пизда, блять, а! Сейчас, убил. Блин, я даже не тыкнул ни разу. Что-то она поймала меня. Ебать, вот это дамаг. Такали. Хуй там, блять. Все нахуй застилил. Чё, полезный сам? Дима, крещаник или нет? Да, всё, я там поставлю. Ой, лол. Они на драконе, скорее всего, бьют. Да? Есть ТП? Нет, ТП я собрал. А, нет. Ну просто они втроем только что на боте были, и я думал, что они пойдут на драку, это было бы логично. Блядь! Я чуть говоря, не убила. Ты футбол убегаешь, сука, почти. Нет, я имею в виду, она танцевала. Нет, пиздец. Там трэш у тебя, видишь? И война на топе. Дай щиток, давай пушить, алё.
Шепше. О, бессил. Спасибо, игрок Ян. Линия пустая. Не пушит. Нам трэш возвращается. Лисин точно. Можно на дракона... А, блять, мой. Мы можем на дракона только если убьем Лисина. Потому что смоет-то нету. Ну, башню надо поломать, я пойду. Да, башню ломаемся. Лисин, видишь, за нами? Иду к вам. Гоу, вот этих пацанов на реке, на реке. Отпиздим, отпиздим пацана, да. Ловите. Сейчас Лисин. Иди нахуй. Притягивайте 645 калибра. О, обо что я, блять, только что замедлился? Замедлили. Стоять, мразь. Все стоять, зэ. Рили, без джанглера, 8-17. Так, кстати, мы Лисина убили, давайте дракон заберем. Это, возможно, наша единственная возможность. Инфернальный дракон. Ну вот, я говорю, то, что она инферно драконка. Господи, локали гораздо больше, чем сказать. Тут варт, что-то стал. Да, я забыл сказать. Ты еще этих топором. Ну, варт, тебя же видно. Ну вот так сделаю, убегу. Она ушла, нормально. Ну, просто у нее сердечко летает дальше, чем. Гоу. Ты видишь, как она их кидает, эти сердечки? Не видел. Даже я так хуёво не кидаю, когда она ее кидает. Стоп. Ладно, не отпиздим. В смысле, вон? А Кали, блядь, всех, сука, разорвёт. Я просел по хп. Я дошёл. Блядь, не могу. Блядь! Камеру подвинуть. Ты что-то, блядь, пиздец далеко улетел. Он отрезал свою пассивную. Блядь, ага. 637 урона, опять. MVP, тавер. Это сарам, а башни переключили сюда. У меня, короче, дохуя голды, я домой. А мне не хватает 200. Вот там сейчас будет. Воу! Смотри. Ну. Там кому нашли. Нормально. Хватает. Хотя бы так, да, сделал. А как это? А, Райс на ульте! Блин! Да, 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 на ульте привел. Райс на ульте. Ну и сдох, мразь, за это. Нормально. Блять, я опять пинг забыл. Ты всегда нож приведешь так? А? Всегда нож так приведешь. Да. Можно на золото тыкать? Да, покупайте эту. Можно на золото тыкать. Хе-хе-хе, нахуя? Ну, типа, ты такой бэкаешь и типа, и говоришь, что у тебя такая голда. Олаф, мне кажется. Не. Она через руки будет. Да, мне кажется, тебя раскрыли. Ну, бля, пиздец. Красавцы. Ой, блядь. Ты что-то вышел. Что-то а, я... А, митинг поставил. Дарасы. Там ребята тоже пинг поскочили. Крипчик, бабах. Бля, ёбаный пинг. Да, забирали, жаль. Толстый. Хоть там крипок. Пиздужечка, а. Ян, лучше вон с Игоря прикрою, а то был что-то вообще никого не... Сейчас прикрою. Они пидорасы кемпят, блять, еще вчетвером. Один куст. Ну, они понимают то, что по одному ходить их, блять, терпеть. Ну, блять, а хули они, заебали. Может, нам тоже стоит начать ходить, блять? Я, может, один на один попытаться. Я не против. На обороне. Антреш, смотри. Помогите на минуту чуть-чуть. Пошли на мид. Напиши Ego 1-1 на бару. Вон за нами еще Лисин там что-то прячется. И война. Там трэш, если что, прикрой меня, еще я поставлю вас. Ебать. Ой-ой-ой-ой. Пима в Акали. Блять, Акали, не с той стороны иду к тебе. А, не, пришел.
Отлично. Все разъебали, да? Пизду. Эйс? Эйс! Да. Давайте Брона. Вы пушите мид, а я ботлейн. Да ладно. Просто пушим, блядь, там вы и без барона запушим. Отстань, петух. Там один резнулся уже 7 секунд. Да. Игорь, мы отходим сюда. Мы же отходим, ребята, мы отходим. Да. Меня только раз не жаль. Веду себя. Даю руку. Не, ну 503. Сапоги для сапоги совсем нелегальные. 503 против 507 у спида. Это под моей пассивкой. Денсера нету просто. Но у меня сейчас тоже еще появится. У меня еще вышка только на третьей линии. Там есть броня. О, там есть броня. Дрыша. Кое, конечно. Че сейчас это? Че сейчас это искать? Людно. Ты что, я отведу? Не буду собирать людно. Дрыша. Почему? Не, так нечестно, у тебя спелла-то АП еще скейлится. Ладно бы просто эти 5%, я бы их нагнал. Можно по топу пойти. Пошли по топу. Я синенький возьму их тогда. Думаю, его там нет. Я тебе больше скажу, у меня... Он мув спид бонусный тоже. Ну я и говорю, он АП, от АП у тебя скелится. Я от АП сейчас дополнительно 4% мув спида получу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё мы делаем? Тихо. Мы убиваем весь. Да, блядь, там. А, отлично. Хорош. Удаляем квадрокил. Что-то видишь? Я тут видел, нахуй он вышел, блядь. Лесники на рашке не нужны вообще. Да, лесник нахуй не нужен. Дабл топ, блядь, выигрывает. Лесник убирает. Просто, блядь. Один ассасин, один АДК, два саппорта и бронь. Да. Нахуй больше ничего не делаю. Иди молчи. Оли, оли. Пощади, пожалуйста. Охуеть. Как же мы выкрутились из ситуации. Забыл взять смайт. А, похуй. Да все равно выиграю. 95 ЛП. За игру, но... 19 ЛП. Блять, если со следующей тоже дадут 19, у меня промы не начнутся. Как же я проорал. А если 20? То начнутся промо. Ну не все войны пролибают. Они тоже были премейдами или нет? Ну, блядь, мы фулл стаком были, они должны нас... были. Нет, я... все очень плохо. Они могли быть не фулл стак. Но они могли быть, то и 2. Ну, 4 плюс 1, я думаю, могли быть. 3 плюс 2 уже мало, вероятно. Вот Лэнни пожарит, а? Когда на него так ходят. Ебать, я затанчил. Пиздец. Больше рейда. А я дрыша передамажил, ну супер. Ой, дамаг. На самом деле, вот так, как я сейчас играл, мы так играли одно время с Сиу. Чувак? Это Сника, помните? На лоу-левелах. По-моему, с вами играли. Блять, кем мы только на лоу-левелах не...
Ну, когда я, типа, я в лес не шел, когда там у меня был аккаунт. Во втором сезоне где-то заходило, да, очень долго играли в Макай ГБ. Это типа специально или... Ну, это специально, да, специально, это была целая страта. Мы убивали на втором уровне. Мы один раз вышку снесли на 9-й минуте. Я думал, только Мордекайзер был там, типа, с саппортом, с Аракой. Мета. Нет, там ГП был, типа... У кого? У ГП яд был? Да. Охуеть. Нахуя ему яд? Он же пират. Я был отравленный пинок. На ГП я... У меня на ГП фулл страницы критов была. Мы просто Маокай на втором уровне привязывает чуваков, я их режу, критую, стреляю, критую, и все, мы убиваем бот просто нахуй. Так, какая же жесть творилась раньше в Лиге Легенд. Да, да, раньше творилась жесть. Твистед Фейт АДК, блядь. Твистед Фейт АДК, это была норма, чё вы. Ну... Не знаю, Ксинжао, Жарват, ботлейн, там еще что-то такое, всякие. Трендомир, который закупил, блядь, 5 аварисов, сука, и ходит, блядь, с ними. А шестой слот зима? Старую школу вспомнили. Да. Так, нет. Теперь надо не забыть смайт взять. Шестой слот? Не забыть смайт забыть. Да. Да, не забыть смайт забыть. Папа Фёстера, два фантома. А, ну или два фантома, да, там, типа такое. Это фулл затар ГП тогда. Нет, слота в диване сжигали. Ну, меч дивана, ну такое. Вот на ТФ его брали. На ГП было что-то 5 этих, да, тоже мечей, которые колбу давали. Надо лишь 6. Черепашки, о, черепашки. Да, черепашки, да. Чё, мне ясно? Да, ясно. Черепашки, философ, первый Агларис. О, Антон взял смайт. Тогда, да, я тогда не можно забыл. Было тащить катку одному. Все было не так балансно, чтобы, блядь, только вся команда выигрывала. Ну, сейчас они как-то сделали, я заметил, что в этом сезоне вообще очень сильно заметно стало это. Вы ты можешь... Вы что баните? Хочешь, бать, Джина, Джина, бать. Окей. Я же не на саппорте. А, ты же не на саппорте. Кейтлин баним, когда я на саппорте на Малфите, тогда я ее баню. Ты сейчас на Мадосе? Да. Ты на Мадосе капать? Ебать там Зиллиан. Кто-то не умрет с ульты. Как так? О, блядь, это мид Зиллиан? Да, это мид Зиллиан. Они разве дропаются? Ну что за хуйня, блядь? Пидорасы. Ну, бери Моргану. Да нет Морганы. А чем тебе Акали не нравится? Еще раз. Блядь, пиздец. Он кидает на тебя... Чё за хуйня, Ян? А у тебя будет шинка. А какой Йорик, блядь? Куда? Чё не... А? Бля, ну не на... А, ну понятно, он, бля, щелкает все нахуй. Так, смотрите, у меня много... Ну, короче, бля, нет. Ну, бля, нет, кстати, новый Йорик мне показался. Чё брать, чё брать? Тиму. Бери Тиму. Против этого... То ли против Зиллиана, то ли против ГП, ну скорее против... Против Зиллиана, скорее всего. Ну, ребят, Элис это Сарака, нет, я не... Что у нас толстый дек? Да ладно, у нас он два толстых, чё ты, о чем ты? Ну, если бы у меня был бы Тима, то был бы один толстый. Ой, да я его на Тиму ни разу еще не видел, это Олаф Мейнер какой-то дикий. В смысле дикий? Я, блядь, до Олафа был Сарака Мейнером, до Сараки был Тима Мейнером, до Тима Физ. Я беру... Я думал, до Тима ты скажешь, фидером был. Я был фидером. От начала до конца. Кто не, блядь, был фидером, так сказал. Кто не был фидером, пусть первый бросит камень, да? Да. Я тебе камень прилетает, ебал из монитора. Гнар такой, блядь, появляется, да. Поебалу. Блин, Зелина Сарак, это как же хуй убьёте. Особенно Сиджуани, блядь, она бесит меня вообще.
Сталин постоянно бодается, блядь. Вообще, она меня бесит. Очень, блядь, очень полезный, блядь. Мы выигрываем две игры подряд сейчас. Да, вот я тоже думаю, что такой план сработает. Я попадаю в Silver 3, это просто охуительный план, отвечаю. По-любому должен сработать план. Не контриться никак. Давайте выиграем три игры подряд, и тогда я попаду в гол 4. Бля, может даже 3. Можно на самом деле победить вот только эту, и я буду в третьей голде. Бля, нет, только эту нельзя. Много не берите, да, на себя. Две победить проще, чем одну. Когда паком настраиваешься, сразу на много игр побеждать легче, да? А Зиля, ну типа берут, да, экзост или... Еб твою мать, блядь. Ну, наверное, на топ он. Но... Не, наверное, на мид он. А, но... нет, но хотя... Мидеры с экзостами бывают там всякие Ясу, Куясу. А, ну, есть да. Такое, да, бывает. Блин, два экзоста. Надо будет подальше от этих ребят стоять, когда ульчу. Да они, блядь, пока тебе доберутся, сука, чтобы... Ну как убить Зеляна? До шестого только. Убиваешь, убиваешь, и потом еще раз убиваешь. Законтролить и убить. Да, а чё, погоди, ты на Акале, ты его ваншотаешь практически. Ну да. А но потом взрываешь и пробиваешь. Кстати, да. Он вот. Быстро бросает на тебя бомбы или нет? 5 на 5, когда уже то будет лучше с Сараку. Или это мгновенно происходит? То есть. Ну, если он очень быстро нажимает, или если у него скрипты, то... То есть я на него, пока я на него лечу, он может на тебя вот... Может. Ну, с такой скоростью, наверное, все-таки нет, но одну-то точно, а вторую вряд ли. Ну, смотри, тебе нужно, наверное, смарт-касте нажать КВК. Ему надо лететь, дать дамаг и поставить инвиз. Чтобы даже если его застанет, он стоял в этом инвизе это время. Там ребята пинят. Не важно, у него же ничего нет, кроме бомб. Ну, знаешь, он кинет на тебя еще замедло и нахер убежит. Или, или откатит еще что-нибудь. Или с руки Тандерлорд попрокает по тебе. Кстати, да. Так что тебе вот нужно влетать, ставить инвиз и дамажить. Блять. А на ит ему нельзя. На трингет можно и на сексон можно. Ну, которые заряды, короче, имеют. И активки, которые имеют. Там ботерки, откаты всякие, все такое. Чё там, блядь, Сиджуани пишет, я прочитать не могу. Надо умел Тиму забанить моих мейнов. Лицо страшное, просто еблан. Что происходит? Чё это пишут? Ебанутые, по-моему, все игры. Ну, только, короче, не с ними, и они его флеймят. Блять. Топпер из Cloud9, кстати, если вы хотите знать. А, стоп, он с ними. А кто топпер? Может, это не ГП? Чё не ГП? Нет. ГП? Чё, не ебанутые? Это те самые пеймейды, которые даже друг друга не знают, в принципе, не разговаривали никогда. Не знаю, хватит тебе. Я тебя тоже не сильно знаю, но это не мешает. В том плане, я знаю, не хватит, как это все равно пассив пишет. Собираются и куляют зачем. Что, какой смысл играть в пеймейде, если вы не знаете? Ужасно, нормально выглядит. Это я там, случайно. Ебать, они вардов, сука, у нас. Блять. Ладно, я тоже добавлю вас сюда. Бля, пацаны, может и мне поставить? Не болейте, брат. Это как пиво с раками, только варды с раками. Пиво с раками пить не надо, пожалуйста. Сигареты с раками тоже. А там исключительно в ближайшую цель, да, Ян? Рикошет исключительно в ближайшую цель, без приоритета. Да, приоритет. Там нет приоритета. Охуеть. Как она задоджила-то. Вот когда наставят под своей вышкой варды, ой, ловушки, вообще наплевать. Абстракция.
Не бать, все шикарасы странные, блядь. Бля, только ты не умираешь. Да иди нахуй. Ааа, и вот это плохо. Блядь, не хватило, уже был, блядь, замах, блядь, я не успел его ударить. Бля, нормально. Да, нормально, я тоже так считаю. Четвертая минута, отправляемся в жару. Как она шла в меня-то давать эту пассивку свою. Ты чё? Здравствуйте, 162. А, ее похилили сразу. Блять, лучше бы я на топе саппортил, блять, и мы ее разъебали бы сейчас, когда она пришла. Я тебе говорил, блять, нахуй ты лесника взял. Да пиздец, нахуй лес нужен вообще. Я помню, такие же вопросы были, блять, на... На тех же лоу-лэп. На третьей неделе, блядь, нашей игры в Лигу Легенд в 2008 году, когда я, блядь, прочитал где-то в гайде, что надо в лес ходить, и все такие, блядь, стоят, чё это за хуйня? Нахуй это вообще? Наркоманы, блядь. Наркоманы, блядь, ебучие. Сука, не играй, блядь, с нами. Бля, похилил Сараку. Репорт. Ебаная Сиджуани, блядь, просто, да. Чё она такая дикая? Ну, ману у неё не кончается, хп тоже, вот и дикая. Ну ебать, Джело. Деботы? Фалькон, ты пропустил такую игру, просто ты крем там. Так порали, конечно. Игра. Да, хехм, да. Охуенно. Блять, да, мы не так договаривались играть. Погодите, блять. Это что-то не то. Почему у меня, блять, на пятой минуте гранд-планк уже с куском тайники, блять? Ну если хостят два стримера, меня кто-то хостит. Ну, меня зебра хостил, но я выключал. Блять! После перезагрузки. У меня маны на щит нет. Чего? Как же охуенно, когда ставится за вышкой ловушка. Да, пиздец. Открывается нахуй, прям. Очень нормально. Блядь, ни ног не заряжает. Ой. Сиджуа не могла на мид пойти. Давай. Или у меня, блядь, ведет меня к приезду. Пиздец, блядь. Что-то сложно. Ну, потому что я ее харасить никак не могу. Потому что от моего хараса только надо. Потому что я сарак был хилит, а ты в нужный момент без щита остановишься. Жон убивает. Вот, а твой харас просто сарака захиливает и все. Тоже. Не, забей. Если только на ульте заходить. Мы только если на шестом можем покручить. Не-не-не, ты чё, я она просто уйдет. Она сеткой просто уйдет. ГП шестой, ладно. Или под тебя сало кинет. Слышите, ГП шестой? Да. Угу. Ушел куда-то. Бля, банда нет, ебаная щит. Блять. Трать, мама. Она редко кидает, у неё не кончится. Блять, я сдох. Ебай! Блять, я не слепил. Сразу к нам был. Джоанни вниз пошла или в наш лес, я хуй. Блять,
Возьми. Бывает. Ебать, это первый килл нашей команды. Да, да похуй, пусть она забирает. Там ничего не здесь. А, она вот здесь вот оказывается. О, вот это я, блядь. Знакомо. Флэш, минус ульт, усиджу. Почему мой кухан, блядь, нихуя не дамажит? Ну, потому что я захилываю кухан. Блядь, я крипов не убиваю им. Ускорение бич. Вроде пошла вода в хату. Не знаю, зачем я с ним дрался, когда он отпорнули от инсульта. Я без нихуя. Блять, охуеть она фармит, а? Ну потому что нас зонят очень сильно. Сколько работает? Я не знаю. На самом деле, мне кажется, не особо долго. Может, час? Полтора? Не больше. Ну, туда я пошел. Они не успеют снести вышку, наверное, я думаю, да? Я думаю, успеют. Мы можем его убить, если я зайду с ультой? Да, у меня мана нет. Да. Блять, да чё за хуйня? Куда ты идёшь, Таун? Осторожно, гвардичка. Она утонула. Блядь, чё с араком? Типа, сука, ебаная, иди нахуй. Ладно, флэш улица. Минус флэш. Блять! Как же они тебя убивают? Заебал она выпрыгивай, мразь. Вот хули этот крип за мной идет? Если там наши стояли, а я персонажей не бил. Нихуя себе. Я не понял, что ты щит не дал? Что у меня на экран тут. Суп говна. В тебя влетела анимация и все. Я ее сам не видел. Чуть-чуть не хватило ренжа на ешку. Все, Жуанина не пошла. Как она ебошит, а? Это уж он. У тебя есть? Mm-hmm. Нихуя себе, я от ей не успел нажать. Ну одно хорошо, что к нам все жвани не приходят, иначе нас уже забрали по одному разу. Там вон приходит Акалик он. Go, Фредс. Блять, я в крипа кушку дал. Конечно, мы, блять, миллиард ультов сдали зачем-то, не знаю. Можно было просто пострелять. Блять, как же ты затра... Иди нахуй отсюда! Какого хуя? Блять, ебаная тварь. Это заезжу нахуй. Блять. Она у нас все забрала. А, вон она на меду, правда.
Я сниму эти ловушки. ГП ушел. А, она их переставила. Или они кончились. А, мы кончились. Ну ты ее, кстати, нужно не так сильно отстаешь по фарму. Ну ебать больно. Сарак и минус флэш. Как они сквозь крипов ходят, ничего не боятся. Алло, слушайте меня. Сейчас протяну руку помощи. Ну, 456 раз стоит. Бля, вышка нет. Подеремся с ними снова. ГБ нет. Нет, ша. Ой, там ТП идет. Телепорт идет, нет. Телепорт идет. А кого телепорт, не понял? ТП на месте. ГП на бот был. Отменил, значит. Что ж ты от меня сейчас мы выебем? Корову не видно, ебаный? О! Блять! Хух, блять, как я успел щит на тебя положить? У меня маны нету, чтобы ее убить. У меня маны нету. А, снегает нам никто не придет, да? Слава богу. Давай запушим там. Кейтлин там еще дохуя, блин. Пока не кидну. Можно ее убить. Все. Ладно. Слышь? Не пропустили зеленый, я не вернется. Ладно. Было просто смайтить ее. Нет. Хуй вам. Хуй вам, пацаны. Уходи сам, то у тебя хп нет. У Антона нет хп, и у тебя нет хп, у меня немножко есть. У тебя 350, а у меня 590. Блин, а у Антона 48. У меня там вообще было 1 хп, наверное. Я не посмотрел, сколько в момент после ульты сколько было, но было очень мало. Ну, не успеем немножко спасти на самом деле. Никак. Никто, да, еще не, это первая вышка. А нет, уже не первая, ну и хуй с ним. Нет, на мету уже. Да, да ёбана в рот! Восемь секунд. Почему хотим? Вот сюда, сюда. Осторожно, сюда, ребята. Там все джуани сверху. Вот да, ходят вас, да, и вас выебут. Да, есть ульта. Если они сюда пойдут, отпиздим их. Не, дракона пошли, да. Есть ульта. Есть, да, у вас все. У меня есть ТП. Ящичок. Ящичок. Мы не будем дракона. Убивай. Вот это вот говно надо пить. Вот, пошли вот это отпиздим. Ебать дамаг! Ебать дамаг! Ну ёб твою мать, блядь, пиздец. Все умерли, а чё ты не попешился к нам раньше? Я, блядь, думал... О, кайф, подрались, пацаны. Ну, на словах, давайте вот этих убьем, должно было быть понятно, что мы начали драться. Не, как бы мы даже и с ним бы там бы все пососали. Да ладно, 5 на 5, ты чё?
5 на 5, мы, блядь, 4 на 5, блядь, разменялись, у них никто там даже не умер. Да там на лоу хп двое ушло, не знаю. Да. Был бы Олаф, который бы что-нибудь в миле подрался. Умерло бы у них двое. Нас умерло бы пятеро. Я догоню, блядь. Догоню уже. Блин, да ёбаный. Да ты серьёзно, а? Да, блядь. Как охуенно, а? Да, блядь, ну пиздец, блядь. И горите. Блядь, сдохни, мишка. Убил Вард из инвиза просто. Не знаю, что мид бежит, на самом деле. У меня есть ульта. Мид пушим? Ничего. Там мид как бы вообще целый. ГП пошел, по-моему. Ага, кайф пушим. Там крипчики сейчас топнут. Так, мы щитом так не кидываем. Смотрите, у ГП ульта есть, по-моему. А, нет, он кидал. Как она встоящая цель-то промахивается, а? А вот тут не тебе пробивает. Блять, нас сейчас заультило. Сорян. Ладно. Там ГП живой сейчас. Бля, я что-то не посмотрел. Это... забейте. Это... мы не выиграем эту. Да и не то, что не выиграем, просто они сейчас нафижены сильно. Вон там ГП 4-0 и сей же 5-1, потому они там и танкуют, и дамажат, и вообще все делают. Там очень неприятно получилось, там Мальфит ультанул, а у нас в этом шахтование ультануло. Стояли за 350 зимов. Правильно все делает так. Ах, хуй сдохни. Нет, да, надо все правильно делать, мы стояли. Жепа. Сейчас, Акали! Я на бэплейн. Мы можем обнаглеть и прямо сейчас на шоры забрать, нет? Там что-то еще Джоанни. Ага, да, блядь. Бегу. Сука. Я замедлю. Сука! Ой, да ну нахуй, блядь, только фарм потерял, а? Нахуй. Заезжали, блядь. Мафит, живи! Убьем. А, блядь, тут. Чё, блядь, живу. Там не сдох. Я нихуя не живу. Кайф. Да. Хорошо пожил 1009 с таймбом. Да, я не знаю, за тебя пошел. На тебя щит кинул. У нас ГП топ пушит. Да. Ну пиздец, блядь. Хе-хе-хе, блядь. Ага. Оп, тебя зовут. Кейтля. Сарака.
И Сиджуани. Чего? Да я, блядь, не успел нашу разводить. А, и вот два. Но... Охуеть, а! Ну пиздец, блядь. Я не помню по Сиджуани, блядь. Жирная мразь. Там Кейден под ультом, да. Не ну, бей, блядь, убейте ее хотя бы. Да сейчас убьем. Ну, что, она с хп резнулась? Ну, ее можно, блядь. Ну, блядь, я не знаю, ее можно, мне кажется, уродить. Просто она стреляет, как бы, пока, это, пока ты ее не бьешь. Она же тоже не, меня. Не стоит. Отойди, ебать, там. Замедлил, бегите. Ой-ой-ой, как круто-то! А что меня привязало, простите? Сарат, наверное. Нет, нету там этого спыла. От нее всего урон с руки и пушка. Пизда. А, стан Бля, у нас война идет с одним мега крипом. Очень сложный крип. Так и на топ. Рейд босс, блять. Ну, это охуенный парень. А. Как он ебошит, а? Ой, блять, а! Слишком сильно нафижено. Что, вы сдаемся, что ли? Да. Окей. Ну, 9.20 сложно получить. Да там пиздец ГП, блять. У меня... Если даже они выжирают ультамевки и не умирают. Да мне не дают ультануть. Приходит ГП и ломает мне лицо с отбочки и тычки. Я три раза подряд рот даже не заультив, потому что меня ебут. 9 ОП. Это, блядь, из-за того, что меня сейчас больше снимают. Ну, там 4 плюс. У тебя сколько снял я? Я не знаю, у меня промо идет. У меня минус 9. У меня тоже минус 9. Минус 10. Все-таки мы побеждали, чтобы... Ну, короче, система считала, что мы должны были эту игру победить. Что, типа, легкая игра была. Раз им очень много ЛП дали, а нам очень мало сняли. Большая разница была... Была. Мы не должны были победить? Мы должны были победить в игре. Типа, у них ЭЛА ниже нашего. Блять, типа насколько оно может быть ниже в Сильвере или в Голде? Не знаю. И ниже. А, нет, наоборот. Если когда мало снимают, это значит они выше нас. Я что-то затупил. Да, мы должны были проиграть, да. Это плохо. Мы проиграли, поэтому платина, голд, голд. Но у нас Тайсильвера и Плодал, да, у нас Тайплатик. Понятно.
охуенно, блядь. Матчмейкинг, чё, охуенен. ГП платил это ебать. Ну ГП, блядь, на самом деле хуёвый, это всё Сиджуани ебаное. Ян, ну, почему им много типа дали? Есть у кого ещё фортуна повыше? У меня фортуна. Ну ты не намного, ты выше. Нету. Ну да, типа чё. Ну у меня есть фортуна, но... А Акали есть? Я не хочу Акали играть, я могу... Типа, может Эко или... А Эко, по-моему, нету. Эко у меня нету. Чё банить, Ясу? Да. Ну мы можем, мы же сами можем забанить Ясу. Если там был нормальный... О, Toxic Support забанен, всё. Уже легче. Яна, ты не хочешь там Леоной попробовать? Ты же ей вроде играл. Да у меня на ней, блядь, знаешь, какой винрейт? Ну, блядь, мы сейчас фулл премейт. Мы можем, да, здесь... Да у нас жира хватает. Жира хватает. Я на линии не хватает агрессии. Блядь, вот сейчас опасно было, ребята. Они почти Балфита забанили. А ты тогда, кстати, на Ксении играл, потому что Малфита забанили вчера? Да. Нет, его не забанили, его пикнули, его, по-моему, враги пикнули. Блядь, Карима не забанили. Блять, еще одна Сиджуани, только жирная с бородой. Сиджуани, блядь, а ну да. Так что, фортуну пикаешь ты наверху или нет? Или что, как вообще работает? Не, у меня нет, забей. Ян, я повторюсь, нам не хватает, пиздец как не хватает, агрессии на линии. Я сношу им пол хп, и они стоят дальше, им норм. Потому что ты на Жанне не влетишь и не законтролишь. Ну, мы можем, конечно, попробовать. Блять, ни за что. Потому что статистика на Леоне мне пиздец. Тима танков это такое, пацаны. А... Вот тебе Серега подсказывает, я, что тебе надо люксу взять. Суппорт. А ты запустил стрим, что ли? Ну, еще с первой игры. А, я просто, ну, он у меня не подключился заново. Я ж твой чатик тоже читаю. Ну, что-то саппорта можно, конечно, да. Ну, чё там? Чё это значит как-то? Вот 57 вчера и сегодня, и сегодня, не знаю, играл он в Алексе или нет, ебашил просто на рашке за люксу суппорта, убивал. Резал русню. При этом ты же любишь размер люксу. Сайдстон не собирал, нахуй сайдстон не нужен даже вообще. Бежай, собираешь, бежай, собираешь и уничтожаешь. Ну да, как бы. Еще не отбрали культ или телефон. Еще вернусь. Бля, если бы сейчас еще оккульт можно было стакать. Я бы там и по карте на сессии дамажен был, охуенно как. Но на дне 007, блядь, экспедиции. Чё там? Вот, теперь противники у нас. Голд 5, голд 5, голд 3, сильвер 1, сильвер 1. Всё равно средняя выше как-то получается. Ну, средняя у них голд 5, 57, у нас сильвер 1, 72. Но это уже ближе намного. Вигр. Го-го-го. Ебать, что быстро загрузились. Ну, ни у кого нету компьютера на педальной тяге. Я не привык к такому. У меня просто знакомый, он, блядь, грузится типа минут 5, наверное. Просто сидишь и охуеваешь.
В смысле обидно будет сосать на линии? Игорь! Мы две побеждаем, не воюйте, блядь, не умирайте. Антон, вот тут вар есть что? Контур джангл. Какой-то прям. Папка с Веста. Блядь, там. Как же долго идти-то, а? Да. А, то, что я посмотрел, что соперники равны по скиллу, понятно. Я просто это что-то как-то пропустил мимо ушей. А если я на второй пачке щиток разряжать, он не откатывается к телеге или что? Эй, ты чё, охренел? Ой, я сейчас сам сдохну. Лол. Вот, на первый если разрядить, то он откатывается ровно к телеге. Я ждал в него автоатаку. Ой, пиздец. Пиздец обидно. Минус флешер, Илья. Ну ничего, видишь, нормально, мы разъебали даже так. Ну Жанна пушку какую-то хуйню начала творить. Она не начала творить, она пошла, потому что к ним шел лесник. Ну она слишком рано пошла, лесник, там еще 300 лет доходить. Ну... Чувак в скайпике сказал, я выхожу, и она пошла. Это хорошо подъебал их про скайп. Я долго бежать буду, так что осторожнее. Там Эзра упал хп уже, ты о чем? Ну все равно, если десник еще раз выйдет, ты... Плюс вон Жанна тебя обходит там. Яйцо, что у меня 77 секунд еще не надо. Бочарик на том фуку. Угу. Да. Еще один наблюдатель к карте подключился, легче стало.
прошлой игре как бы ему напряжно было. Знаешь, это отдельный человек, который... Как же он просто... А, там просто у вас из-за плеча кто-то смотрит, да. Сообщает. Все, я понял. Играем шестером просто, вытаскиваем. На митинг пойти. Он все равно выходит отсюда, да. Как же он? Давить не будешь? Я поставлю тебя. Ну, не знаю, если сможешь дать это... Мана у него мало, но и мы флеши с ним не выбивали. Здесь у меня такой... У него здесь вард. Она шестая. Да-да, я. Бля, у меня КД, 45 секунд еще. Сейчас поставлю. Там пинг слится. Походу Грага ставил лорд. Я пинг пошел сносить, осторожно. Нам, кстати, Грага, скорее всего, сейчас завернет, он вниз уходит. Ну, Смиты все он ушли. Вейгар на мид вернулся, а Грага не видно. У Вейгара, кстати, очищение. Сейчас посмотрел. Если плиз. Очищение не снимает, по-моему. Да, я как я промахнулся. Особо станов, ну только Леона, если его ставить. Ну, Грагас к вам заходит. Грагас, на бот, идет. На бот, на бот. Ну что ж он? Не, пятый. Да. Не будем. Забей на пинг, я еще один поставлю. Ладно. У меня есть шестой, гоу. Го. Все, забей. Долго. Я долго слишком ждал. Пинг защитили, и нормально. Вот это, Ян, был момент сложного десижена, пассивно или нет, защитить пинг или нет. Вот, видишь, просто пошел и защитил. Ну, если бы еврей, еврей маны, конечно, нет, но если бы они вдвоем подошли, и Антон не успел, они бы нас убили. Без маны. Понял, чем бы сделал, ручками бил? У вас поставил Грагас вард. Да? Сейчас проверим. Ой, сюда я поставил. Блядь, не то. Пошли целый ноут. Не клюй мои стропы. Я хотел на опыт нажать. Так. Нихуя себе. Это же нелегально. Грагас заходит на мид. А, идем, я иду. Лучше не иди, я иду на бот. Можешь драться с ними. Ебать, я кривой. Она слышит. Не, назад эко идем. Сами тут в чате, что-то. Ясно. Пошли отсюда нахер. Да. Я только пинг снесу по пути. О, Эз, у него. Блядь. Ну ладно. Ян. Да. Я слишком долго я думал, пораньше себе. Что я зрел? Минус флеш. Минус флеш, Эз. Да, блядь, хуёво я зашёл. Я заберу. Вейгер флешанулся в тебя, когда ультовал, да? Да. Ты попадешь.
Жан ешь кристаном, то с булетаймом. Вейгера не видно. Он домой пошел, он запушил домой пошел. Нет, он здесь, он синим. А, остался, да. Ну вот, блядь, я подбит. Ну, она тебя спасла неплохо. Все, отлично. Релей не видно, аккуратно. Ой, ну, как же у меня ультимейт-то вовремя откатился? Я ухожу из вещи. Как же уже вовремя ультимейт начал делать? Мог бы Ешку хотя бы дать, чтобы я запушил, ну ладно. Да, просто тебя спасло. Даже она меня неплохо спасла. Там считай 4, а то еще встанешь. Да. Пик надо было взять. Еврей флеш не шалует? Еврей флеш выжимался, блин. Так, я без хилок буду. Ну, жан играется, хвышающая 4 минуты. Там градус. 50 секунд, Ян. Он без хвышения. Его запили. Здесь. Шепше, Ян, ты саппорт, да. Шепше. Сейчас вернусь, ты же еще любишь. Их Жанна тоже как бы. Ну, вот три баши могли бы принять. Если там взрываешь. Я не к вам скрываюсь. Пойду вард поставлю сюда. А, блядь, там пинг. 17 секунд. Ну, ладно. Да, сейчас. Я просто показал, что он там. Шепша, Ян, смотри, смотри, смотри. Блять, я спалился. А, он, по-моему, не видел меня, я захожу на них. Гага, садишь. Не-не-не-не. Ёбки, блин, тайм. Не, ну, конечно, зря. Ебать, не отсюда. А, ладно, нормально дальше. Нормально. Бежал бы в крипу. Нормально. Осторожно. Ирелия, что там по Ирелии было? Она... Мало хп. Она топе. А, не, она на топе осталась. Ирелия на топе. Игра нет. Да? Ну если без мастерис, без прощения. Гагаса еще не пушат. Я захожу вот здесь, Антон. Лол! Сзади у вас Вейгер. Ирелия ушла. Не могу его догнать, блять, просто миллиард за медла. Пошли так. Я. А, нет, Антон все это время. Танчит. Уходите, уходите, да, я танчу. У меня 2 секунды до ультимейта. А, у Игоря нет. Да, Эко подошел. А вот это реально есть. У меня половина хп нет. Просто не знаю. Осторожно, пошлите. Вот он здесь. Под Вейгер там. Да, я знаю. Эко. Все, блядь, все, я умираю. Или телепорт. Я
кайфно, я портанулся через ульту и в стане постоял, и он флеш нажал еще. Но Ян его все равно добил, как бы. Команду на 3 килла забрал, может прийти. По-моему, все равно в плюс нам будет. Ой, не Ян, а Игорь. Блять, нет, уже все. Не-не-не-не-не, забейте. Вижу, наверное, да, он пошел. Кто же знал, что Викир ульту не слил, а? Ну, ему, в принципе, не в кого было там сливать. Ты там первый был. Мог его, ты мог его мне просто оставить и уйти, и все, я бы его забрал и так. Ну, я че? Пожадничай. Да. Ульта, Ян. 25 секунд у тебя. Ну и че? Мы просто их ебем уже. Ну, надо быстрее просто. Вот здесь вот. А, нет. Там Грагас. Там добить, там Грагас. Да, Грагас. Быстрее его летает. И этого мидера нет. А вот он. Нас Грагас сейчас ганкнет. Пошли на обзор. Реле еще может, по-моему, пойти пешком. Антон, ты подходишь? Сажу только я. Бейга нет. Бля, откинула. Вот и бейгар. Бейгар у нас. Не пизда. Бля, что-то иду хуя, давайте отсюда. Нет. Да нет, ульты еще 23 секунды до ульты. Давайте не будем драться. Ну ничего, ты с красным, да, что-то, блядь, все горит. Ну, так я Леона, надо же агрессию показать. Ну и все как бы нормально сейчас получилось. Ну, мы дали Вейгару еще один килл. А, он на улице остался. Судя по всему, можно потому, убить. Жанна мне в лицо, я поляжу, у меня есть ульта. Под башню забираю. Что-то ты крипчика убьешь автоатаками. Крипчиков ты бил автоатаками. Ну, за башней тяжело прицелиться, я камеру неправильно поставил. Да блять! Ну там вы. Там не ты что? Там гонка, блять, везде, блять, что? Блять, ну почему кушка-то не далась? Я тебе на топ не могу прийти, а на 13-м я просто эх, разрежу. Да она лежит вообще, как собака. Как нам Вейгар сейчас придет? Зажили? Ну, сейчас мне надо идти до него. Надо еще дракона или нет? Заберем дракона. Ты думаешь, мы заберем дракона? Вейгара нет, осторожно. А его, видишь, вард чей-то? Вейгара. Нет, вот Вейгир вот с этой стороны шел, а с этой стороны вард другого чувака. Значит, еще больше. Значит, забыл от твоей стороны. И мечами. Хоп-хоп-хоп-хоп. Как же он дает в морфит ульты. Ну, почти убили они меня как-то. Тебе повезло, что у тебя все 15. А ну ладно, там не было понадобится. Недостающий хп. Ооо. Народу собралось. Близко. Чего, да? Чё, блядь? У меня пинг рос. Я даже не видел, как он прыгнул. Осторожно. Леона, хватит! Там изрыв еще идет снизу. Остановитесь! Блять, я у нас. Блять, дракон, можно ты нас не будешь бить?
Не, не успею. У меня почти закончилось. Там если кто-нибудь Елена, еще ударит... Или на топе. Все, отлично. Приносил. Блять, лагает, Ян. Не, у меня не лагает сейчас, у меня 58. Че, может мы дракон заберем, не знаю. Наверное, нет. Ирки нету, она, конечно, потом может прийти, но тут ворота вроде. Кстати, да, ты получил. Вот это жесть! Конечно. Подстан, конечно, да. Бочарик. Ирили пушит. Ну что так много дома? Что за дома? О, краска. Да ёба! Не надо, не надо, не надо, уходи просто. Блять, и ты сейчас еще умрешь. Пиздец, блять. Зачем ты Ну, то есть бот у них опоссан, становится. Да ты серьезно? Я закрою Грагаса. Или идет. Там на боте тон. И евреи там трое, видишь, идут нам. Да иди ты нахуй, блять, ёбнутый. Пиздец, блять. Я куда влетаешь? Сейчас умрёшь. Начинаю файт, не убьют же они меня. А вот с Вейгером уже убьют, конечно. Да я... Там Ирили просто всех разрежет. Вот здесь ага. Вейгер может там что-то сделать, да. Ну ёпа в рот! Да. Ну... Ну это как бы очевидно было, вот здесь что. Параллельно. Я хотел тебе курсить, но не буду. А ты не знал? Да, только что. Ну все равно не лезь под Грагаса, блин. Примодрил Бёрст. Грагас, Грагас, Грагас. Ну,
Там Моралес есть. Там Ирка еще просто. Ой, Антон, Антон, Антон. Бля, шо ты там мутишь? Птичку еще, да, а? Еще. Беги. Лили подходит с коленки. Да, нахуй не подходит. Зачем тычку в Жанну создавать? Она от кинжала бы сдохла. Сори. Испугался, что не умыла. Ну, если бы она щит на себя кинула, то не сдохла. Она... Я его уже сбил. Так, вместо чтобы отойти от Ирели, я, блядь, потратил флэш. От неё. Так, у него подключил. КЗ. Ты уходить. Там бот, на боте тонна крипов. На топе тонна крипов. Вы гоните? 19 секунд, дракон еще. Че там облако? Тут пинг стоит. Угу. Эйгар, видите, да? Вот там? Нет, не видел так что. Даже если оно вижу. Да, вот и Эйгар вижу. Игра Гаса. Вас трое. 12 секунд. Иньте вар кто-нибудь сюда. Секунду, до ульты. Бля, уходите, просто уходите. Идет ТП от Ирелии. Я сдох. Там на сека нету как бы. Блять, у меня было треть хп, я не мог ТП дать. Блять, да ты заебал, мразь, а? Да что это за пиздец? Он вслепую стреляет. Охуеть просто, а? Ой, бля. Почему нельзя другие линии не фидонить в говно? Почему должен приходить... Должна приходить Ирелия, блять, ебать, просто как не знаю кто. В смысле? Двоека-эка, блядь! У Фаги у него 1-0 всего было. Фуф. Кстати, Ирелия мид. Ян, ты чё туда идёшь? Ты туда идёшь? По уровню 17 я не очень, как у нас любит. Там что-то на боте. Ну, Майфка до сих пор 15-5-5, но как бы она 14 уровня против 16 и 15. На БВ мы прибавилось 8 армор и 70 ТП. И уровни скиллов. Если разливает за 2 секунды... Не получается, да, Рили? Не получается, блять, драться. Блять, кто-нибудь еще пойдет, а ты сдохнешь, нахуй. Я, ну почему ты уходишь от меня? Один двоих разъебал, что ты? Да если б Вейгар, блять, не отменил бэк, меня бы тут ёбнули, нахуй. О, слышишь? Два. Бля, ну закрыли нам стопку. Ох, он сдохнет и так. А, блять, не сдохнет. Так, ладно, повторяем, вы сейчас уходите. Там. Да. Просто съебывает, я замедлил. О, кидает свои бухтунки и шлюха, ебаный, блядь. У них же нет хилов, да?
таких промежан. Ну, евреи хилились. Я про лук какой собрать. А, ну, у Ирели отхилились. Ко мне уехали, да? Нет, не на шор. Ну, все равно заморгит там. Грагас, да. Я подхожу. Тут все заваржено, походу, в очко просто. Эй, бачаны. Здравствуйте. Идите оттуда. Эй, ветер. Эй, грибочки. Кукухан не вылезет. Бля, что-то пацаны там это летят. Нахуй уходим. Ну я могу туда, они кучи стоят. Да и мы сдохнем, Ирелия. Ты влетишь, и Ирелия в нас влетит, как бы в наших, блядь, задних пацанов. И отпиздит их. Я даже... Поэтому тебе и не нужно влетать. А у нее брони нет, я ее просто уничтожу, если она меня не застанет. Блин, так перезал. Ну нет, не заметил. Блядь. Не знаю. Как же ты щитуешь, Ян? Кого, блядь, контролить? Еврея, Грагас или... Все, съебывайте, блядь, тут пиздос нас. Мы уже просели больше, чем они. Грагас же, но у него шутка. Еврея уйдет через душу. Танцы, шманцы, оптиманцы, блядь, пиздос. Ты боишься влететь? Я себе влечу, блядь, вас 60, блядь, пизда. Ну да. 8 секунд у тебя. 6. Я ушел. Я к вам. Еб. Ну и все, блядь, до свидания. Но там не было ульты у Вейгера, если что, он не ультил. Черт. Да-да. Чувствую, что он кидал, блядь. Да ёб твою мать, блядь, пиздец, сколько там от... Он же только что ультовал. Он не ультовал в меня, я же сказал специально, нет. Он не ультовал. Он меня убил до этим, пригнулся. Тысячку ломил. Там взлетело 1120. Ой, блядь, Игорь, сорян. Да похуй, главное, что разъебали, блин. Да давайте по какой-то башне. Смотрите, вы можете башню... Короче, башню попал на... Как же мы деремся 4 против 5, пацаны? Да. Помнишь, как я... Помнишь, как вы сказали забайтить? Ну я опять забайтил. Да. Да. Как же я байчу. Да. Я на ЛБ тогда прошу. Просто, сказали, на самом деле, короче, Ирелия бежала за Олафом с 10 хп и никак не могла его догнать и убить, блять. Я ее замедлял, там все замедляли ее как могли. Да, и она просто пока бежала, пол лица там потеряла, а потом уже Ян спокойно под башню ультанул, к нему никто не полез. Игорь, а не Ян. Ой, Игорь, да, я, блядь, постоянно почему-то я сегодня вас допутаю. Шесть лотов. Ты мощный, блядь. Блядь, полтора. Ну, тоже до 4. И то из один из них, блядь, ботинок. Ебать, ну 230 крипов, 21-5-7, хули. Если у тебя, блядь, не было сейчас 6 слотов, я не знаю. Ну да, кстати. О, блядь. Ой, что-то мы прорафлили. Я бэкаюсь. А так мы проебались, конечно. Да. Ну они вряд ли что-то сделают, кроме того, что отписано. Нет, ты куда летишь? Просто в очко. Вы видите, у них никто не отфармливает. Ну, потому что они нашли момент, чтобы просто забрать на шора, а сейчас они уйдут. Но они его не реализуют, я об этом. Отпушат и все. Они могут подраться с нами, не убить нас. Бля, убить. Две игры подряд мы выигрываем, ну чё, блядь, забыли. Мы сейчас тут втроём, как бы, если они сейчас реально сюда... Да, паста там.
Плюс вижен у нас практически нет. Мне надо нафармить на этим 200 голды где-нибудь. Я ушел. Я ушел. Ты, бать за нами это, мучается все так. Ой, я нашел лейдер. Я пойду на топе, что ли? Блять, на топе даже не пофармить, там в их сторону пушится. Че ты там танцуешь? Он очень опасный. Я быстрый, красивый. Можем просто зайти под вышку, подождать, типа боимся, потому что у них на шор, и уебать их. Нам, типа, потому что они идут пушить, у них же на шор. Ну, пытаются пушить, реализовывать. Да. Ну давай. Идем. ПКН, просто вперед не надо лезть, тебе не обязательно куда-то кому-то притягиваться. Ты можешь стоять возле своего ДК и его типа дефать станами, там пацанов подгонять. Притягиванием возле него контролить. Тебе не обязательно как бы инициировать. Бля! Пиздец, просто дамаг, блядь, ульты сходит. Я ничего не смогу. Да, блядь! Он без ульты-то... Ёбана в рот! Бля, сорян, пацаны. Вот что-то мы потерпели под башней. Да. Что-то мы потерпели. Мы что-то проебали. Вегер тоже там. Квадратику на веке. Вот это, конечно, сейчас Ирелия хуйня. Они закончили, да? Ну, если бы Ирелия не ушла, точно бы закончили. Сейчас, может, у нас шанс есть. Да нет, там они нормально раскидают. Вегер там бьет, как, блядь, я по башне. Да, ну всё, ты. Не будет третьего голда! И не будет сильвера третьего, даже что там уже голда. Ну, нас просто сбрили под нашором. Да там не сбрили под нашором, просто единственный, у кого был счет, это я, а меня Вейгер с метеорита убил одного. Может, тебе надо было последним гасом? Я тоже так думаю. О, 89, хуя себе. То есть у меня за два проигрыша 11 ЛП сняли, нихуя себе. Бля, 74, а? Вот это топчик. Что за день быстро откидывает? Что-то пососычи, пацаны. Заметь тебе, это еще одна отрицательная игра на Ливане. Бля, Ян. Давай мы будем выигрывать линию, пожалуйста. Ебаную Жанну. Просто смотрите, где вы стоите, где вы находитесь, блять, чтобы ебало не получать бесплатно. Ух, нихера себе. Хочешь, возьму по совету. Берите Тима. Оба. Начал бы меня побольше по грибам и дёрнуть. Вчера Антон меня протектил от ошибки. Это есть правда. Чё? Тупая мразь! Аги Карим. Угу. Как он? Синтер, который хватает бомбы и Селина, которые на рамке. Это просто охуенно. Не, чё-то я не хочу играть с саппортом боксой с финрейтом 4. 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
Кто там на 0 на 26? Ну, на 26 на 0, да. Вот четвертый кто. I'm in the wrong prison cell, I'm in the wrong company. Ах ты дрянь! Ну, все правильно, чтоб ты взял Леону. Иначе я, блядь, буду брать войну и буду, блядь, сидеть. Буду, блядь, фармить, раз ты так хочешь пассивную линию. Нами тебе не нравится, что ли? Как нет. Ты же не сможешь фармить под башней, блядь, там тебя будут закидывать. Я лучше играю на Жанне. Просто лучше. На Леоне твою хуйню. Неудобно по тетрадке мышкой, блин. Нихуя у нас Жанна не пассивная. Да, не пассивная. Я сношу пол хп. Кто там был? Кейтлин, да? Я по ней. Ну, конечно, а Сарака ей залетит. Почему а дальше то, что ты ешь сделать? И можешь влететь в Сараку за контроль, мы можем ее сразу уничтожить, это нет. Саму Сараку убить очень легко. Для этого для начала нужно до нее долететь, Ешка. Она стоит за два экрана. Эка или Тима? Ян, она выходила вперед и вдавала нас в кушки, потому что ты ей ничего не можешь сделать. Кого хочешь, того и пик, вообще все равно. У нас никакой все равно сетапа конкретного нету, так что вообще все равно. Блять. Это те же самые персонажи. Может она нахуй? Чего? На старте ты можешь как на Жанне давать на себя Ешку, это тот же самый спелл, и также бить лицо им. Только осторожнее, потому что рассчитание. Ну вот да, в этом-то проблема. Я знаю, то, что так может делать, но только это более рискованно на нами, чем на Жанне. У тебя есть хил. 100 хп ты себе отхилишь. Да, это те же самые пацаны. Ты даешь Ешку, даешь автоатаку, хилишь себя. Ты, точнее, даешь в него вэшку и тебя хилит. АТП на этой. На плейстейшн. Ну, а точнее, я скорее всего после этого получаю ветерок от Жанны, замедло от Жанны, щит на кокмавы и... Кокмав стоит, это хуйню не тоже. Так спидом. Кокмав! Первые 100 крипов не нафармит тебе на атак спид такой, чтобы тебя уничтожить сразу. А я тоже есть на линии. Ян, ты, блядь, все время терпишь до самого лейта, и потом скажешь, ну видишь, я и говорил, что он меня с атак спида убьет. Блядь, попадать по бочкам, по ханам, то в крипов, ты наебошим. На старте, Ян, у тебя АД практически столько же, сколько у него. Там 8 единиц, 10 разницы. Ты так же бьешь с руки. Тоже дамаг наносишь. Я его нахуй заезжу, блядь, всю его семью. Хотел написать, но не буду. Та же хуйня, блядь. Ну, блядь, ну у нас реванш, сука. Ну да, сейчас на эко, блядь, на реванш. В смысле, мы против тех же самых пацанов, что ли? Или не сразу это просить? Нет. Каким образом можно вообще это просечь? Thank you.
теперь мы на нижней стороне. Пэп, преимущество? Пиздец. Ну, у них ММР стал больше, после того, как они нас победили. Ну, 74 против 51. Против 86 почему. Это не 8. У тебя есть Ешка, она добавляет урона. Пока нет. Она у тебя в принципе есть. Я думаю, он не бэкнется и не купит урона, пока ты апнешь себе Ешку. Заходит Рексена мид. Рексай на бот. Я не успею. Пиздец, блядь, как это вообще вышло? Как там нихуя там улетело? Не успею. Контрганг сделал. Контрганг, контрганг. Все равно на других. Вегра, вегра нет. Бежит он. Хил нажал или что это было сейчас? Нет, от чего я прохилился, я не понял.
не знаю, с чего это, если честно. Может, у тебя просто щиток появился? Нет, нет, просто хил пошел какой-то. Вроде левелапа не было, но... Нет, не было, в том-то и прикол, что не было. Ну, просто прокнуло. У меня же 30 хил открыть. Хоть в игре 7 левел, вот это, блядь, конечно, он ебет нашего мидлейнера. Меня тоже вот ебет, блядь, вербачок. 33 на 52 крипа. Ульти есть. Поживи чуть-чуть, мидлейн, я приду сейчас, тебе шестой у меня будет. Все красное. Ничего нет, вообще ничего нет. Ну, вон, крикса идет. И Вейгар. И Вейгар идет. Ты это уходишь, тебе надо стоять и башню бить. Ульти есть. Если что, кричите. Блять, пока. А, нет, лол. Он стал, блядь. Блять, если бы не стал, блять, я бы его въебал, блять, его башню бы нахуй подкинул. ГП к тебе вышел, суетит спор. Да. Они пошли на дракона. Там. Вот сюда выходи, ГП. Ага. Вот. Давай, 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 уходи. Не уйдешь, мразь. Ну и бейте их так в рот, блядь. Пошли дракона. Две игры нет, только у меня уйти. Под башенкой меня чего? Ну опять да у меня, но он думал, что бил, но он ультанул, когда на нем был экзост. По-моему, если не ошибаюсь. Я повесил на него. Кайф, спасибо. Блять, а я на кого экзост вешал, он тоже умер. Тебе помочь на то, ну, поддержать башню или что? Не надо. Я даже не знаю, что мне покупать, есть ли смысл мне сейчас вообще опытарить, потому что она мне ебет как шлюх. Она умерла только потому, что она под башню за мной полезла и застанет. А, понятно. Так она мне разъебет. Я ушел отсюда, только что. Да, опять на бот пошел. Ты... блять, а? Вейгар нет, вон Вейгар. Вейгар у нас, идет. Да заебали, мрази, а? Пиздец, блять, не могут бот выиграть, надо, блять, 10 человек приходить. Хотя он ходит, потому что у него на миду делать нечего. Вот он и ходит. Он ходит, пытается нафидиться, как... чтоб потом ебашить. О, ты... Вигора нет. Ясно, понятно, блять, просто на... фу, в пизду, блять. На телепорте, блядь, летят. Хуй знает еще как. ГП к тебе уехали. ГП, ну ёбану в рот.
Я не знаю. Если его ебут, что он может сделать? Он... Две игр нет, он может ставить бочки, убивать крипов и пушить вышку. Ну, он этим занимается, вон там половина вышки. О, половина вышки, блядь, за три ганка ебаных. Пиздец прогресс. Спасибо, блядь. Помогает. Может, блядь, к 40-й минуте снесем, блядь. Лиля ушла. Ну я сдох, блядь, вообще ничего не делаю. Теперь мы можем ходить. Первая пара или третья у вас завтра? У меня первая. И вторая, и третья, и четвертая. Че, у тебя два семинара в день? В смысле, у нас спецкурс по теории возможности перенесли на мышно-слупы, на эти, Сердобольские. Теперь нашу вышку решили забрать. 15 секунд. Две секунды. Отходи. Да, блядь. Пиздец. Кайф. Эко, я тут гоняю одну сучку. Угу. Там Ирелия. Только там Ирелия, да, может. Она нет, она на топе. Она пушит топ просто. Ну, он сдохнет от тебя. Она не может ТП-шниться со своей ультой, какая-то. Бля. А, ну, отлично. Всё, отлично. Петрила Вейгар убил меня нахуй в гости. Есть. Ну или я могу на них пойти в нахуй, или не знаю, куда-то ушла. Тебе Егора нет. Там бродит, по-моему. Фигер вон на драконе. Дракон будет через 10 секунд, если что будет. У меня еще 30 секунд. У нас никого. У нас нет ультимейтов, это очень опасно. Нахер пошла от вас. У нее блядь. Нету. Сам, блядь, так спиды нету. Ебем. Или не ебем, походу не ебем. Блять, нет, нет, тут на как бы да. Все. Я думал, что-то разъебем. Замедлил. Опасно, опасно, опасный Игорь. Там еще Вейгар куда-то съебал. Как видишь, все, мне пизда. Нет.
Как же мы, блять, как же мы кайтим, ёбаный в рот. Да, пацаны. Блять, я не знаю, чё так тяжело на серебре играть, скажите мне. Серебро, болт. Ну, бля, даже платина. Что у них, что у нас? А, там же кто-то платиновый, да? Нет, кто там платиновый? Здесь нет. Нет, а в другой игре, это где нас выебали по-страшному. Вот там были платины. Блин, 50 голды не хватает. Там голд 5 Сирели, голд 5 Рекса, голд 3 Вейгар, Сильвер 1, Сильвер. Ну и Рели еще. Ладно, она пришла один раз, но как бы она была за это, за. За медленная такая. Бля, зафэшь башню мальчит, я, блядь, боюсь, что так не подходит. Хорошо. Ну я иду, короче. Вдвоем можешь, конечно, да, убить. Блядь, пиздец, это вообще нам легально. Вейгар его тоже. Я бы нет. Нет, Вейгар пока на меду просто стоит. Он, блядь, на 3 уровня старше ему. Бля, что-то она меня просто... Блядь, вот это, конечно, она и меня тоже сейчас. Блядь, уходи, уйдешь? Все, да. Ну, не пизда. Блядь, ебаная, сука, вот животное такое. Поешь. Нас несут бот сейчас. И топ тоже. Нормально под продать. А куда я реле делать? Ушла. Нет, уходи. Я бегу к тебе. Ты же видишь, что там это? Да, вижу. Все, она съебалась. Она уже съехала. Игры премиум. Это все заважено. So I'll do as I please, like the well-tempered breeze. Че, я захожу под башню. Пират, у меня нету стата. Хорош, можем запушить. Ну, аккуратно там, где-то я родил. Ну, она, блять, одна не летит. Кокс с генсой уже, так что be careful. Башенку, если можете. Да просто башню, блядь, разъебите и все уже, ебаный в рот. Блядь, я Alt-V не нажал, сука. Осторожно. А меня било, потому что у меня армора нихуя не было, поэтому меня Ирелия больно била, когда я там вышел на топ. Она же чистым еще бьет. Ну да, там армор, блядь. Ну и не только как бы чист. Ну, чистый как бы ты никак не зарежешь, только хпшечку поднимешь, типа, а оставшийся урон армором надрезать. Игры нет. Никого вообще на карте не бьет. И дракон, кстати, через 59 секунд есть что-то. Ламер Ирка появилась. Чё-то страшно как-то. Вон, ну, он такой. Хотя у неё ТП. Блядь, вот он ток, что ли, есть? Да. Так, вообще ТП. Вон, кок. Нет, оно ушло. Ян. У меня есть ТП, если там Вейгар. Блядь, есть Рекса. Ты видишь, там Рекса ещё? Игорь, мы не успели бы их снести до того, как придет Рексай, алло.
Блять, просто встать, и если кто-то ошибется и пойдет один, уебать его. А если нет, отойти. Они нас не видят. Тут стоит пинг, блять. Чё ты, блять, боишься? Чё ты, блять, ссышь, я вот не понимаю. Просто встать и подождать. Идут двое, отходишь. Идет один, убиваем. Нет, надо пересаться и, блядь, что-то толкать речи про то, что не получится. Стоять в кусте на пинке и что-то, блядь, бояться. Кого я ворвусь? Да ты издеваешься. Там Вейгер остался на сколько-то хп, 100 хп. Я не смог его убить, сорян. Да не, тут как-то попал. Мы здесь не пропушим, здесь нет крипов. Пошлите дракона. Забирайте, я покидаю пушки. Мы только Ирелию забрали? Или да. Рексай тоже? Нет, только Ирелию. Рексай ушла. Ну, да, она подошла. Хитишечка. Именно тут. Теперь они, я думаю, подумают перейти. Вот так. Ебать, это риск. Скрипы все сдохнут у тебя сразу. Не, анимация не прошла. Сначала одна бочка, а потом вторая спустя секунду оторвалась. Блядь! Опушил тот сука. Да идите нахуй, блядь! Пиздец. А чё, с чего это замерло, блядь? С камня. Или для чем еще? Да кто-то как будто на нем. Бодров как будто прожали. Хуй знает. У Ирелии, Так и Ирелии там не было. Ну, Рексай, значит, заметил. Ира опять топ пушит. Вчетвером, может. Вчетвером разрежем свети. Никого не видно на карте, а кук на боте. Да, все ушло. Сейчас крипы подойдут. Вейгара тоже нет. Ну ладно, они все там. Вон Рексай, вон Вейгар. Вон Ирелия на миду. Ирелия на миду, как планка бьет. Успеем, нет? Ну пиздец, блядь. Ну, блядь, она его съела, пизда. Нет, еще к нам придет, мы... Плохая, по-моему, идея. Да, да, Антон, мы сейчас только вчетвером. Против пятерых остановимся. Ну, я тогда ушел, блядь, вы тоже уходите. Потому что если я, блядь, уйду, как бы вас там поймают, там пизда будет. Баф не взяли. Бафки надо взять. С ульти, по-моему, накладывается красный баф. Синий же баф. Если так, то вообще круто. Там, по-моему, он хит инфекты накладывается с ульти.
легко удраться. Я бегу. Блять, это останется. Рылет потается. Ну блять, ты дохнешь или нет? Ты ему пизда. Игр, блядь, не умирает. Осторожно. Но он очень сейфово играет. Деша ушел. Манду кинул. Ой, ну иди, пожалуйста. Нету у него стана. Понятно, минус. Дэш. Все, выходим. Нет? Гипс. Заберем все. Ну, давайте примем решение уже. Давайте, забирайте, забирайте. Еще нету Ирелии. Пока нет Ирелии, можете забирать. Ебать урон. Все, уходим. Ну, хуй там, блядь. От КПМФ беги. Только с Люду, Люден, блядь, не пробните, пожалуйста. Да там без айси для этого. Пиздец. Да ты издеваешься, мразь. Я что-то упустил, он флеш нажал или он флеш? Да, нажал флеш. А! Стук, блядь, ебаный. Как же Вейгер ебёт нас всех. Да. Это такая хуйня. А как остальные-то не убежали? Так же, как смысле, и ты. Так же, как и я. В смысле, мы с Эко погибли, а ну, ты нашёл. Короче, блять, это хуёвая идея. Ингибитор запирать было. Вейгар чисто зарешал нас стенкой на наступлении, просто выебал. Потому что люди не могут обойти стенку. Чего? То есть опять будете драться против наших арбов. Хотя ладно. Я убегу, если что-то не было. Они мид просто пушат. Все, хорошо. Чем не смог пиза пушить? Ну, там ботлейн, блядь, пушит. Блядь. Ёбище. Гоу, я залечу, пацана. Не успел ульту, сука. Блять, как же долго в контроле садишь просто. Да, я разутащил. Влетел, блять, помер. А Ирели ушла, Ирели ушла, Ирели ушла. Ирели сдохла. А, она сдохла. Как он, блять, ебошит, а? А, ну ладно. Эти стрелы должны... Сколько они наносят, блядь? 25% урона. Меня, блядь, выебало вот этими 25% урона. Ну, они же анхит-эффекты просто. А какие у него анхит-эффекты? Гинсы. Зависло. Настака на гинса. Ладно, я получал 50% урона от него. Да, с атакой спидом 3.27. И ядом. И там у него нет яда. Нет у него яда. Нет, мне просто процент от хп. А, ну он автоатаки процент от хп наносит. О, съебывать! Еле выжил нахуй, нахуй, блядь, ебать он ебёт. Я попал, по-моему, нет, Аня? Я попал. У меня остаются ещё дауны, танцуют.
Киби для Дина. Пиздец, блядь, занимайся мне бота, как бы, блядь. Ну не задефаем это говно особо. У меня есть ульта. Задефаем, задефаем. Отойдет вот это. Что лучше сейчас купить? В... Пробивание уже у вас виспер или этот? БФ. К инфинити. Вы пропушили, Никита. Дима, как думаешь? Что лучше купить, пробивание или... Мысли кайпы пропущен. Он у них не резался. Что мы вообще делаем, сейчас лестница? Не знаю, просто так бегаем. У нас там пушится бот. Ты можешь попытаться ваншотить. Да, я не знаю, зачем мы бегаем здесь. Через инфинити. Вот ебать он ходит. Блин, синего забайка. Это мы фиг говорит досадно. Фиг. Не знаю, у меня ничего не говорит. Как этот петух меня заебал, а? Флэш, хуй... Да ну нахуй, а? Ну, блядь, понятно. Нахуй, нахуй, нахуй. Можно положительный счет от других линий, плез. В смысле? У меня 5-6. Почти положительный. Ну, блядь, выбрали его здесь, вы могли под башней просто стоять. Ну что я могу делать, когда вот это вот говно убивает, просто ваншотает, считай. Что ты от меня хочешь? Выигрывать, блядь. Охуенно обыграешь, когда приходишь, вы уже все. Вот здесь не надо умирать, блядь. Я пришел, вы уже дохлые все, блядь, без чего стоите. Блядь, а можно лайн плазы не проебывать? Ты, блядь, про лейт говоришь, ты, блядь, в лейте бесполезный. Ку-ку-ку, АДК что-то не может, блядь. Бля, конечно, АДК что-то, блядь, не может. Все, давайте. Пиздец, предъявы. Я прихожу, вы сдохли. Спасибо. Спасибо, блядь, за игру. Вы сдохли, блядь.